Всем привет! Сегодня я буду слушать Пашу Лима и Егора Шипа «Game Boy». Слушала я Егора Шипа, и что-то я не помню про что. Но про Максим Пикачу сказал, что было, да. Даже Пикачу мне ни о чем не говорит. И про Моргенштерна, и где он за девочкой, которая в шлеме была, он бегал за ней. Не помню девочку в шлеме. Ладно, давайте. Ну вот, вроде лицо знакомое, я могу знать, кто из них кто, но что-то я больше ничего не помню. Я люблю песенки, когда ты сразу запомнил и знаешь, про что он там поет. Когда девочка в шлеме. Такой заводной музыкой, в принципе. Че там, больше ни о чем, да? Либо сохрани, либо все отмотай назад. Я твой личный геймбой, буду только с тобой. Ты катаешь на и... Бедные девчонки. Веселенько, в принципе, больше как бы ничего особенного. Если только сравнивать вот эту предыдущую песенку, она, наверное, на тот же самый мотивчик, да, Максим? Короче, они влюбились в этих девчонок, а бедным девчонкам от них достается. Вот я поняла все. Они это, их так сильно кадрят, что бедным девочкам. Ну, что, весело, а так-то песенка ни о чем. Вот как бы и в прошлый раз, наверное, было все то же самое. Поэтому такие песенки однодневки не запоминаются. Ну, в прошлый раз ты похвалил, сказал, даже придраться ни к чему. Да. Да, ты сказал, даже критиковать не хочется. Ну, потому что после Моргенштерна таких не хочется даже критиковать. Гений, что-то. Вот. Поэтому вот так вот. Ну, как бы, не знаю. Ну, неплохо. Вот сказала бы я так. Всем пока.